Друзья, всем доброе утро. Всем доброе утро. Приехала на тренировку. Сегодня у меня тренировка именно с тренером. Тренировка с тренером. Предвкушаю, очень будет тяжело. Потому что вчера жена занималась с ним. И говорит, сегодня очень все болит. Так что готовлюсь к худшему. Ну ничего, посмотрим, как оно будет. Ну вот как-то так. Ну что я могу сказать? Это, конечно, нечто. Жесть. У жены вчера была... Был вчера мужчина-тренер. У меня сегодня девушка-тренер. Ну очень круто, правда, очень круто. Это две большие разницы, друзья. С тренером заниматься... И без тренера. Ты всегда без тренера можешь где-то там улизнуть, то что-то не доделать, там не дожать. А здесь не закончить нельзя. Так что, ребят, тренируйтесь с тренером, занимайтесь спортом, будьте здоровы. Закончилась моя тренировка. Было очень круто, правда, ребят, было правда круто. С тренером это хорошо. Но это как в бизнесе, правда. То есть, когда я начинал сам, но все равно потом обращался к людям, которые добились каких-то результатов, у которых есть результаты, я у них учился. И я продолжаю так делать. То есть, я нахожу людей в какой-то теме, у которых очень круто все получается, которые добились определенных результатов, и я к ним иду учиться. Вот так и в спорте. Скорее всего, я думаю, что я все-таки начну с тренером заниматься, потому что я могу-то и один, но с тренером мотивации больше. То есть она вас гоняет или он вас гоняет. То есть он контролирует. То есть вы платите, по сути, за то, что вас пинают. Вот, в принципе, и все. Вот работа тренера. Ну и она смотрит по нагрузке. Если она прям видит, что вы уже не выкладываетесь, то есть для вас это легко, то, конечно, она скажет, что давай, дружище, мы сейчас еще добавим пару килограммов, там или с гирями приседай, или с гирями поднимайся, но что-то свое добавить. Так что заниматься с тренером нужно в любой сфере, будь то спорт, фитнес, бизнес. Хотите в чем-то разобраться, найдите специалиста в этом направлении и попроситесь к нему поучиться пойти. Если он не учит, есть другие специалисты, которые именно учат. Так что всем удачи, друзья! А я все-таки иду все-таки в банк, надо добраться до банка, оплатить страховку. Тут банк недалеко, там он. Сейчас приятность полезна. После тренинга как раз еще прогуляюсь, чтобы не задницу в машине катать больше. Прогуляюсь до банка, заплачу, вон стадион, круто. Ну и все, поеду домой, там обед скоро. Кстати, еще можно экономить на бензине. А возле нас такой же стоит. То есть, а по условиям аренды получается, что до 20 минут вообще бесплатно. То есть ты берешь 20 минут, если в течение 20 минут с точки А в точку Б доезжаешь и возвращаешь, то тебе это ничего не стоит. А так как мы пока с женой будем ездить по-разному, то есть не машиной, но ее буду возить-то машиной, хотя, может, тоже велосипедом будет ездить. Я, наверное, буду ездить великом. Очень классно, очень, ну, по-спортивному, то есть. И бензин сэкономлю, и на велике покатаюсь заодно. Вот так вот. Можно поезд посмотреть, очень классный. Вообще обалденно, что так вот стоит под открытым небом, что... Можно прийти, там какие-то вот ручки подергать. Посмотреть все вблизи.
Молодцы, классно сделали. Прикольно, у детей стоят компьютеры прям в холле, на первом этаже можно... Я, кстати, замечал, что утром дети прибегают раньше и садятся и играют. То есть без проблем можно включить компьютер и поиграть. Ну и в холле как раз вот я только что ребенка забирал. У них там в холле стоит два компьютера, один поломанный. Сейчас тут картинка появится. У нас такого не было. Вообще классно, классно. И, кстати, у них вот с первого класса у них информатика. Это вот для тех, кто хочет переезжать сюда и кто поступает в школу. У детей с первого класса есть информатика. Есть книжка по информатике. Есть, ну, очень все просто, но информатика есть. Папа. Открыли для себя магазин. Называется «Нетто». Довольно все дешево, очень хорошо, очень классно. И недорого. Папа. Всем еще раз привет. Что-то я приболел. Малеха и жена приболела. Узнал, кстати, очень классную штуку, когда мне дали визитку от тренера, которым я сегодня тренировал. Решил я посмотреть ее в Facebook, Instagram, то есть, и очень удивился, то, что это, ну, она в каком-то чемпионате участвовала, то есть у нее, ну, очень круто. В общем, вот здесь картинка появится, либо здесь, сейчас поставлю картинку. Это ее соревнование с Фейсбука. То есть, блин, реально прикольно у такого тренера потренироваться. Ну, а так вообще день неплохо. Единственное, то есть, говорю, приболели. А так, в принципе, все по плану, все хорошо. Так что, друзья, всем хорошего вечера. Всем до завтра. Всем пока-пока.